В Минской области проходит акция «БРСМ. Выбираем студотряд». Только в Пуховичском районе в период летнего семестра планируют трудоустроить около 200 человек. Сейчас в учреждениях образования проходят тематические встречи, где ребята заполняют анкеты. Уже подано свыше 100 заявлений. В районе будет работать 7 направлений. Самые популярные – экологическое, педагогическое, строительное и сельскохозяйственное. Кстати, в анкете ребята могут указать свои предпочтения. Летом как раз когда исполнится 14 лет, я смогу поступить и заработать свои первые карманные деньги. Летом я буду подрабатывать. Я бы хотела пойти в лесхоз, помогать. Идут на какие-то предприятия, принимающие организации, где они получают какое-то задание, работу. В течение 10 дней они выполняют эти работы. Если ребенку нет 16 лет, то они работают 4 часа. Если уже есть 16, то работают 7 часов в день. Получают заработную плату, очень достойную, уже достаточно большое количество заявлений. В Пуховичском районе 8 организаций готовы принять на работу молодых людей. Летний трудовой семестр стартует в середине июня.